Сначала сам Вячеслав, поздравляю с завершенной победой и ваше мнение о завершенной игре. Как продолжим игру? Я считаю, что игра прошла очень в интересной, захватывающей борьбе. Хотел бы отметить темп, который был с первой и до последней минуты матча. Хочу поздравить болельщиков Новобахора с выходом в следующий этап. Поблагодарить ребят сегодня. Показали характер. Нелегко было. Конечно, хочу также отметить соперников. Молодые ребята, талантливые ребята. Можно сказать, будущее узбекского футбола. Сегодня они показывают очень агрессивный, интересный футбол. Всем командам, без исключения, будут трудно играть с Олимпиком. Ну, тому есть объяснение. В этой команде собраны самые талантливые ребята этого поколения. Что касается игры, ну, эмоций очень много. Конечно, будем еще разбирать, но в целом не совсем у нас получилось. Особенно выход в атаку, хотя зон было предостаточно. И мы планировали, что будем вылетать в атаку. До завершения, к сожалению, у нас не получалось. Ну, значит, есть над чем работать. В целом, я думаю, все болельщики и Олимпика, и Новобахора получили сегодня массу удовольствия. Потому что захватывающая игра, прекрасная обстановка, стадион. Все способствовало, чтобы получить удовольствие. Саул Лобо. Ахтыга у меня уйнга осталды. Бегун Джамуа Кяпты Кучусарфеды. Бегисмона Муамо Тудурмейда. Бегисмон Кяпты. Ну, мы немножко в разной ситуации, конечно. По Хлакуру по жребию выпал Шуртан, команда первой лиги. У нас команда, скажем так, гроза авторитетов нашего чемпионата. Приличного уровня, которая сама играет под прессингом и заставляет соперников также играть в очень активный такой футбол. Достаточно 4 дня, я думаю, остановимся. Салам алейкум. Mavsum boshidan beri Navbahor jamoasi deyarli asos tarkibini 70% ini rotatsiyasiz o'ynatyapsiz. Vaholanki zaxira o'rindig'ingiz juda ham keng. Hal qiluvchi o'yinga kelganda jismonan charchab qolishdan qo'rqmaysizmi jamoangizda? Вопрос ротации, он не должен быть искусственным. Чтобы проводить ротацию, тем более, когда команда ставит большие цели, значит, соответственно, люди, которые выходят, должны усиливать. Вот сегодня, объективно, в летнее трансферное окно у нас появились такие люди, которые выходят и не портят картину, а где-то даже улучшают качество игры. Поэтому искусственно ничего не должно быть. Но, с другой стороны, на 90% команда Новобахор обновленная. Естественно, что даже те, кто провели большинство матчей, им тоже нужно время, чтобы они сыгрались. Поэтому искусственно ничего нет, все идет естественный процесс. Paxtakor bilan o'yinda Namanganlik muxlislardan nima kutyapsiz ular stadionni to'ldira oladi deb o'ylaysizmi? Наши болельщики однозначно сегодня самые лучшие. Это можно посмотреть по статистике, которые интересуются футболом. А тот результат, который команда дает, ну, им еще интереснее. Естественно, что стадион будет полный и большой интерес будет со стороны наших болельщиков. Катарахмат, сон.